Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, какие приятные сюрпризы подготовили звезды для представителей всех знаков зодиака с 21 по 27 августа. Для овнов эта неделя активности и творчества. Вам удастся реализовать свои идеи и планы, если не будете слишком упрямы и самоуверены. С 21 августа тельцам будет сложнее находить общий язык с окружающими. Возможно, ваше поведение даже будет провоцировать других людей на грубость и агрессию. Постарайтесь быть деликатнее и реже высказывать свое мнение, если оно не касается работы. Близнецов ждут приятные сюрпризы и романтические встречи. Не бойтесь проявлять свои чувства и эмоции, они будут взаимными. В среду прислушайтесь к настроению руководителя, если чувствуете, что начальник не в духе, лучше не идти к нему с новыми предложениями. Мысли раков о долгожданном отпуске не дадут сосредоточиться на работе, которой накопилось немало. Съездите на выходные за город, эта небольшая передышка поможет вам развеяться и получить хороший заряд энергии. Звезды советуют львам в начале недели не доверяйте обещаниям и не подписывайте важные документы. В отношениях с любимым человеком также могут быть трудности из-за нехватки информации. Вы можете почувствовать, будто вам что-то не договаривают. Поведение избранника может вызвать недоумение. Девам следует настойчивее отстаивать свое мнение и интересы. Вполне возможно противостояние с кем-то из коллег. Решение конфликта будет зависеть только от того, насколько вы в себе уверены. Астрологи напоминают, что 23 августа Солнце переходит в ваш знак, благодаря чему в этот период вам будет проще добиться успеха. Для весов удачное время для покупок, связанных с недвижимостью. Совсем не обязательно сразу приобретать дом или квартиру, а начать можно с небольшого ремонта или перепланировки интерьера. Для скорпионов, которые собираются начать новое дело, звезды рекомендуют сотрудничать с близкими людьми и друзьями. Они могут дать неплохой совет и поддержать вас. Одинокие скорпионы могут завязать новое знакомство во время поездки. Наиболее благоприятные дни для вас на этой неделе – пятница и суббота. В личной жизни стрельцов все замечательно. В этот период, возможно, вы убедитесь в том, что выбрали правильного человека и идете верной дорогой к общему счастью. Козероги будут находиться в центре внимания и умело пользоваться своей популярностью и симпатией окружающих. Ваша жизнь будет полна событий, приключений и новых впечатлений. На этой неделе водолеи преуспеют по части финансов. Из разных источников вдруг станут приходить деньги, и совсем немалые. Неделя достаточно благоприятная в сфере личной жизни. Не стоит подозревать и ревновать. Будьте увереннее в себе и в чувствах избранника. Рыбы на этой неделе смогут решить сложные задачи и воплотить свои мечты в реальность. Ваше внутреннее состояние будет отражаться на окружающих, поэтому старайтесь избегать конфликтов. В любви вас ждут приятные сюрпризы и романтические свидания. Если вы в поиске второй половинки, то есть шанс встретить человека, который разделит ваше мировоззрение и интересы. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!